Всем привет! Сегодня хочу приготовить такое, как сказать, азиатское блюдо. Кто как на него говорит? Фунчоза, чинафана, всякое, да? Делают все по-разному. Вот. В общем, я делаю из того, что у меня сейчас есть на данный момент, да? Это вот грудка, буду поджаривать. Моркови побольше, потому что овощей у меня не оказалось. Перчика вот сладкого только столько. Я возьму огурцы, пожарю. Лук нарезала. Лапша нам понадобится рисовая, да? Потом запарим. Чеснок. Перья от лука остатки. Паприка сладкая. Обязательно соевый соус. Ну и смесь перцев. В общем, приступаем к обжарке. Сковородка моя разогрелась. Первым делом вот мясо. Я чуть-чуть подсолнечного масла налила. И первым делом мясо поджариваю. Мясо можно любое нарезать вот так вот длинными ластиками или как называется. Сейчас я обжариваю на сильном огне мясо, выложу его и начну обжаривать овощи, потом подключить. Мясо каждое обжаривает до такой степени, до какой самому понравится. Я уже больше не буду, убираю огонь немножко, уменьшу и собираю мясо. Мясо какое угодно. Ну, лучше всего птичье. Бедрышек можно пообрезать. Я просто сегодня грудку решила. Вот. Не солю, не перчу. Или путину тоже можно. Но индюшиное мясо. Индюшачье мясо, да? Собираю мясо. И сейчас буду обжаривать овощи. Солить, перчить, приправлять. Все будем в конце. Кухня, конечно, красивая после этого работы. Хватит отмывать. В первую очередь лук. Я его полукольцами нарезала. Так, сейчас лук обжарится, потом подключусь еще раз. Лук поджарился. Тоже каждый на свое усмотрение, да, там. Так, я свой чуть-чуть перчика сняла. Вот морковку. Сейчас добавляю. Сперва немного морковку. Потом перец добавлю уже этот. Чуть-чуть перца можно, ну, как. Одну перчину бы сюда надо было. И так как его нету. Что имеем, то и будем делать. Так, я добавлю чуть-чуть подсолнечного масла, потому что как-то у меня мясо впитало все, потому что грудка сухая. И... Получается, что в сковороде ничего нету. В общем, все, морковка здесь будет сушиться, обжариваться, потом покажу. А сейчас я, у меня тут закипел чайник, закинула рисовую лапшу и запариваю ее.
кипятком. Только что чайник закипел. Просто заливаем. И сейчас накрою. 5 минут, и оно будет готово. Так, сейчас перец я уже добавила. Вот морковка мягкая стала. Ну, прошло где-то минут 6-7, наверное. До того, как я морковку добавила. То оно видно, когда след подставляется уже желтенький там. Уже практически готово. Все в процессе будет упариваться, увариваться, пока все остальное, да, будет добавляться. Вот, сейчас я добавляю огурцы сюда. Можно кабачок, баклажан, можно все что угодно. Как я уже сказала, то, что у меня было, то я и добавляю. Спайс. Чуть прибавлю огня. Я варьирую между восьмеркой и пятеркой. Мясо я на сильном огне обжарила. А уже овощи смотрю. Как и чего. В общем, обжарила огурцы еще. Потом прикрою крышкой немного, чтобы они потомились. Морковкой и огурцы. Потом буду уже солить и перчить. Но потом подключусь и скажу. Сейчас как раз смотрю фильм один. Ужасы я не люблю, но такие ужасы мне нравятся. Это больше как не ужасы, а драма, что ли. Выдуманная драма, можно так сказать, да. В общем, потом досмотрю фильм и потом с вами поделюсь этим фильмом, если хотите. Так, я притушивала, прикрывала крышкой, не закрывала, а прям прикрывала только. Вот, овощи притушились. Все видно, да? Вот, и продолжает обжариваться. Вот сейчас я уже на этой стадии добавляю сюда мясо. И буду солить, перчить. И обязательно чеснок. Чеснок половину я уже сейчас добавляю. Чеснока у меня было где-то ложечков 6. Ну, кто как на свой вкус, да? Кто как любит чеснок. Я его люблю. Поэтому... Ну, и это блюдо вообще острое, да? Как все азиатское. Практически уже готово. Сейчас у меня стоит опять на пятерке. Я время от времени подаю поджариться посильнее. Убираю на пятерку и помешиваю постоянно. Посолить по вкусу. Так как у меня лапша еще добавится несоленая, да? Побольше. Вот. Ну, с учетом соевого соуса, да, что он будет, он тоже соленый. Паприка сладкая. Ну, красный перец сладкий. Смесь перцев. И я добавлю еще просто черный перец молотый. Еще добавляют имбирь. Я добавлять его не буду, потому что я его не люблю.
А, забыла, еще можно чуть-чуть. Чуточку добавить сахара. Все, опять все перемешиваем. И кто не знал, как я, я только с приездом сюда узнала, что огурцы жарятся. И что соленые огурцы жарятся и тушатся, и что свежие огурцы тоже так же жарятся и тушатся. Все, даю еще немножко с специями и соли разойтись с сахаром, потом попробую и буду добавлять соевый соус. Когда буду добавлять, покручу. Так, я сейчас добавляю уже свои перья. Лука, что у меня остались, да, нижняя часть лука от зеленого пари. Пари же называется, да? Сейчас наговорю. Добавляю чеснок. Чуть-чуточку вот совсем оставлю сверху, потом на лапшу. И добавляю соевый соус тоже по вкусу, каждый сам как хочет. Овощи тоже многие любят, чтобы были альден, так вот говорят, да? То есть недоваренные. Я ничего не люблю альден. Ни макароны, ни мясо. Я люблю, чтобы было все хорошо утушенное, уваренное и даже разваренное. Вот. Все. Сейчас я цежу лапшу. Подцежу и потом подключусь. Все, соевым соусом под крышкой чуть-чуть томится. Лапшу я процедила. И вываливаю сюда. Это перемешиваю. Можно яичную лапшу просто отварить. Ну, обыкновенную лапшу, да, тонкую. Самим можно сделать лапшу на яйцах. Но я в этом блюде предпочитаю вот эту рисовую. Возится моя сковородка по плите, не знаю что. Это быстро, быстрый такой перекус, обед, ужин. Кто на что приготовит, да? Или обеда, ужин. Все, остатки чеснока я высыпаю. Уже перемешиваю и выключаю плиту, так как у меня плита еще будет греть, да, стоять. Выключенная. Это все дело еще притомится немножко. Вот. Лапши можно больше. Кто как, кто на что. Все, плиту выключаю. И вуаля, готово. Как немножко остынет, наложу в тарелку, покажу. Все. Еще раз скажу, кто как называет это блюдо, да? Фунчоза, чинапан. У меня будет простая рисовая лапша с овощами. По-азиатски, да? Вот.
соевым соусом. Так и подпишу. Очень вкусно. Огурцы жареные. Кто не жарил, жарьте, не бойтесь. Это вкусно. Дыню, которую вчера показывала, покупала в Риве. Дыня, какашка. Вот отрезала кусочек. Мы со вчерашнего еще не хотели пробовать с дочей. Сейчас отрезала, думаю, скажу вам. В Риве эти дыни, какашки не берите. Вот эти маленькие, такие мохнатенькие, зелененькие. Они вкуснее намного. Ну, я хотела показать, вот как я говорила, свои пасхи. Я порезала и в духовке подсушила. С чаем теперь намного вкуснее. Все, еще прорекламирую фильм. Сейчас. Так, он не хочет. Вот. Фильм называется... Здесь стоит, что триллер ужас, если вам видно, да? Фильм 2018 года называется «Фобия». Я не вижу, чей он фильм. Никак не вижу. Короче, здесь режиссер, чтобы не спутать вам, да? Карл Кристиан Робе, автор сценария Майя Лунде. В общем, вот. Продолжительность его 81 минута. Прокатчик «Парадис». Я его смотрю на... Вот это сейчас неправильно вам скажу, да? Watch Movies. Так называется. Я как написано, так и читаю. Watch Movies, да, вот этот вот. В общем, интересный фильм такой, захватывающий. Посмотрите, советую. Ну, в общем, на этом все. Сегодняшний мой показ окончен. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если нравится видео. Не забывайте обязательно. Или дизлайки. А когда подпишетесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы следующее видео вы не пропустили. Да, и что еще хотела сказать? Хотела сказать спасибо вам большое, что вы со мной, что вы меня смотрите. Я вам очень благодарна. Ну, на этом все. Пока-пока.